женщины есть этот вид энергии, который мужчина может трансформировать в любую деятельность абсолютно. И успех мужчины зависит от того, насколько женщина простраивает его, ну, под него. Если жена говорит, да ты лох, вон там Вася с соседнего подъезда гораздо круче, а ты, блин, что ты не можешь, вон Васек там деньги делает, а ты лошара, даже шубу не можешь купить. Все, до свидания. Это идет, то есть это наоборот бьет. Даже в мыслях, женщина даже в мыслях должна допускать, да. Даже в мыслях, что ее мужчина плохой, да. И там какой-то там. Да. Как только мысль проскочила, лошара, ну ладно, не промолчу. Все, до свидания. Да. Просто женщина рубит его просто под ноги. И этот мужчина идет на работу. И ему там говорят мысли жены, что он лошар. И даже связи это не чувствуется вообще. А если женщина внутри простраивает, мой мужчина уникальный, сильный и так далее, в мыслях, всего то он просто в реальности это будет встречать. Просто люди будут его слушать. Понимаете? Вот тут тоже важный момент. Вот один мужчина, у него там 40%. То есть он может эту энергию трансформировать. Но ему нужно 60% энергии для того, чтобы у него как раз был оборот. Надорвется, если женщина ему не помогает, у него проблемы. А ничего не будет просто вообще, ничего не будет. То есть никакого успеха вообще не будет в принципе. Это касается в мыслях. А если женщина еще говорит, оскорбляет мужчину, да ты там то все, ты даже этого не можешь сделать, ты. Все! Все, надо сразу до свидания. Все, давай до свидания. Это просто целее будешь. Сохранишься лучше. Ты просто сохранишься, потому что это сразу идет удар моментально по энергетике. Это очень серьезно, многие просто это игнорируют. Это, у некоторых это вообще в норме жизни. Ну это устанавливается здесь. Вот это, кстати, тема еще одна есть. Это серьезная тема. Это очень серьезно. Глубоко. Я, то есть, ну, как-то очень близким людям говорю, но мало кто понимает, что, например, при правильном подходе к браку, да, ну не знаю, то есть я ощутил это, у меня лично появилось, да, когда я женился, появилось ощущение свободы. То есть вот то, вот сейчас говорят о чем, да, то есть чего-то, когда я был один, да, мне не хватало. Когда я женился, у меня получилось, ну, какое-то ощущение реальной свободы. Сила. Да. Появилась сила определенная, баланс, в балансе. Так выпьют же за женщину. Просто тут одно без другого существовать не может, и все должно быть в балансе. Каждая частичка должна понимать свою роль в отношениях, и все. У женщины, например, одна из самых сильных аскез – это молчание и слежение за языком. И за мыслями. Это аскеза, то есть это то, что нужно выполнять, это то, что тяжело делать. У мужчины другие аскезы. Женщины с реформой, они даже элементарно реализуются, даже такого усилия не нужны. Поэтому чистота мыслей, помыслов, она нереально важна.